Якутяне получили премию Русского географического общества за проект комплексной экспедиции «Полюс холода соединяет океаны». Якутские спасатели и ученые прошли на лодках естественным речным путем из Тихого океана в Северный Ледовитый с целью получения сведений о малоизвестных территориях и оценки туристического потенциала маршрута. Экспедиция была организована службой спасения Якутии при поддержке якутского отделения Русского географического общества и правительства республики. Конкурс на соискание премии проводится раз в 2 года. Финалистов определяет жюри во главе с президентом РГО, министром обороны страны Сергеем Шойгу. Подробности торжественной церемонии награждения в репортаже Виталия Абрамова. Ежегодную премию РГО начали вручать в 2014 году. В этом году в борьбу вступили более 400 экспедиций, научных исследований и просветительских проектов со всего мира. Сегодня премия будет вручаться в 5 номинациях. Это экспедиции, научные исследования, образование и просвещение, популяризация природного и историко-культурного наследия России и общественное призвание. Комплексная экспедиция «Полюс холода соединяет океаны», представленная Якутией, была заявлена в 2 номинациях – «Лучшая экспедиция» и «Общественное признание». Если в первой якутяне вошли в тройку финалистов, то в народном голосовании проект стал безоговорочным лидером. И победитель в номинации «Общественное признание» – «Комплексная экспедиция «Полюс холода соединяет океаны». Мы приглашаем на сцену Николая Находкина и Афанасия Николаева. В мире каждый мальчишка мечтает о путешествиях. И, казалось бы, время больших экспедиций ушло в прошлое. Но, оказывается, можно это делать и в 21 веке. Только в Якутии больше 700 тысяч рек. Еще больше озер. Время, место для путешествий, открытий очень много. Можно дерзать. Отдельно бы обратился и к спонсорам Русского географического общества. Приезжайте к нам на Колыму. Спасибо. Надо сказать, что только в Русском географическом обществе вам не скажут «нет, лучше вы к нам». Потому что это замечательный объект для исследования. Спасибо огромное. Поздравляем. Президент России, председатель попечительского совета РГО Владимир Путин в своей речи особо отметил вклад общества в развитие страны. Экспедиции, научные исследования, волонтерство, популяризация знаний о родине и охрана ее природы – краеугольные камни работы РГО по всей стране. «Плюс холода соединяет океаны». Это удивительное путешествие. Он показал мне этот фильм. Я в восторге. Поздравляю вас с успехом. Очень трудные экспедиции. Стоит отметить, что Якутия была представлена на премии РГО не только комплексной экспедицией. В конкурсе «Самая красивая страна» работа о Осинских столбах фотографа Алексея Харитонова стала лучшей в номинации «Заповедная Россия». Одно из самых удивительных мест, где мне довелось побывать. И я при этом понимаю, что я только самый краешек Якутии увидел. Победа в одном из самых престижных научных премий мира, как отметил руководитель экспедиции Николай Находкин, не только уменьшит количество белых пятен на карте Якутии и Дальнего Востока страны, но и позволит привлечь внимание как и проблемам региона, так и раскроет его туристический потенциал. Виталий Абрамов, Афанасий Николаев, Якутия, день за днем.